Сегодня, 11 декабря, Международный день танго. Где и когда родился этот танец? Много ли его поклонников в нашем регионе? Легко ли ему научиться? И что он дает тем, кому покорился? На все вопросы в студии такого дня ответит тренер по бальным танцам и проведет небольшой мастер-класс для ведущего. Росстат подвел окончательные итоги всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. Что за 10 лет изменилось в аграрном секторе страны? В Старомосколе подвели итоги третьего грантового конкурса компании «Металлоинвест. Сделаем вместе». Премиальный фонд в этом году составил 1,5 миллиона рублей. Всего на суржюри было представлено 53 проекта. Какие из них получили поддержку?